Всем привет, с вами Взрыв Мозга, и это 10 неожиданных находок. Поехали! Американский блогер, скуба-дайвер и фридайвер Джейк нашел в реке возле моста телевизор с плоским экраном. От удивления прохожие люди даже начали выглядывать из моста, ведь такую находку и в таком месте не часто встретишь. Интересно, как телевизор там оказался? Наверное, кто-то решил кардинально изменить свою жизнь и выбросил к чертям собачьим зомбоящик. Фридайвер из Булхед-Сити, штат Аризона, нашел сумку на пояс с деньгами в реке Колорадо. По приезду домой в сумке было 42 доллара, кредитные карты и водительские права трех девушек из Невады. Человек, нашедший сумку, сказал, что вернет ее этим девушкам. В этом видео семья переехала в другой дом и обнаружила в двери копилку-тайник, который кто-то так и не успел воспользоваться. Парни из США случайно нашли много иномарок, бродя по заброшенному зданию, похожему на парковку или техническое помещение. Они не уточняют, где именно это находится. Судя по пыли на автомобилях, стоят они там давно. Я предполагаю, что это, возможно, угнанные автомобили, которые просто бросили и их не могут найти или ждут подходящего момента. В июне 2018 года англичанин Дан с друзьями отправились посмотреть на автомобили, которые остались после государственной программы утилизации в Великобритании. После рекордного падения продаж автомобилей в Великобритании и связанных с этим увольнений людей с автомобильной промышленности, в мае 2009 года правительство решило запустить антикризисную программу «Наличные за автохлам». Суть программы заключалась в том, что владельцы автомобилей старше 10 лет могли получить 2000 фунтов стерлингов на покупку нового автомобиля взамен на старый автомобиль. Такая схема утилизации действовала до марта 2010 года. На реализацию программы было выделено 500 миллионов фунтов стерлингов бюджетных средств. По оценке британского общества автопроизводителей и дилеров за последние 10 месяцев в рамках программы было приобретено порядка 400 тысяч новых автомобилей. Реализация схемы также позволила создать британскому автопрому 4000 новых рабочих мест. Парни на этом огромном автополигоне также нашли практически новые автомобили – Mercedes, Audi, Volvo и другие. Эти авто попали сюда на утилизацию по причине возможного брака или дефектов. Как только к ним дойдет очередь, все эти автомобили будут уничтожены. Даллас из США, который занимается фридайвингом и поиском сокровищ, нашел в реке iPhone 10.
iPhone 10! Через некоторое время ему еще посчастливилось найти iPhone 7 Plus. А также он нашел кошелек, в котором было $15. В кошельке был документ какого-то парня из Калифорнии, но его слишком размыло водой. Даллас попытался вернуть оба телефона и кошелек, но так и не смог найти владельцев. А этому парню подфартило еще больше. Майкл, который занимается поиском сокровищ с металлоискателем уже 8 лет, нашел в реке кучу нищеков. Самое ценное, что он нашел, это 4 айфона, 2 камеры, кошелек с $11 и много чего другого. Oh, it still works. No way. That's unbelievable. No way. Found another phone. I cannot believe that. Third one of... Right there. Oh, man. It's on the detector. So I know it's metal. I think we have a camera. Let's go on under. No way! You see that down there? You see it? Looks like a pouch or something. No way! Oh, it's got money in it! Но не все так просто, как кажется. Чтобы найти все это, ему пришлось вытянуть из реки еще кучу мусора. Роман, который с 2010 года занимается подводным поиском, при очередном погружении в Черное море нашел серебряный крестик на золотой цепочке. А также нашел серебряные кольца, цепочку, крестик, 3 золотых обручалки и крупную советскую золотую печатку. В общем, вот все добро, которое он нашел. Но не думайте, что все так просто. Чтобы это найти, нужно много потрудиться, а самое главное — знать, где искать. Человек с металлоискателем ходил, искал счастье по пляжу и наткнулся на старую банку, которая валялась в траве. Когда он открыл ее, то увидел кучу денег. Как выяснилось позже, в банке было $10,000. Не могу сказать, что мужчине сильно повезло, так как у него умер дедушка и ему досталось наследство. Когда он пришел в дом дедушки, то нашел ключ от сейфа и спустился в подвал, чтобы открыть его. Я думаю, он, конечно же, частично знал, что было у деда, но не до конца, так как сильно удивился, когда открыл сейф. В сейфе было много золота, старинной монеты, наличка и 2 дорогих часов. All coins. More cash. More cash. Hoarding gold. Beautiful watch. Another watch here. Look at that.
А на этом все. Подписывайтесь на канал Взрыв Мозга. Интересное рядом. Пока.